Привет, дорогие мои друзья, подписчики, просто гости нашего канала. Сейчас готовлю себе завтрак по меню. Здесь у меня замороженная кукурузка. Не надо выбрасывать, а можно заморозить. Вот сейчас надо ее разогреть немножко. А в принципе, нет, разогреем. Разогреть, и сейчас буду яичницу делать. Омлет буду делать из двух яиц. Так, убираем. Из двух яиц у меня будет омлет. Но знаете, он у меня будет с овсяным молоком. У меня простое молоко замороженное, я не хочу его размораживать. Вот. Так что, друзья, опять у нас еда по плану. Ну, уже пора бы мне позавтракать было, потому что время у нас уже сколько? 9:30. Я еще не завтракала. Так, можно туда кукурузу, а можно просто поесть. Я не знаю, куда я ее сейчас примострячу, но куда-то надо. У меня столько глажки лежит, девчонки, мне некогда перегладить. У меня времени не хватает. То работа, то подработка, то еще у нас у меня кое-какие дела. И я вообще не могу погладить. Обычно у меня белье никогда не лежит, а это вот такая гора, и там еще стирается. Ой, в общем, вот так. Когда себе время выберу, не знаю сама. Все, такой омлетик будет. Под крышку на медленный огонь. Ну, я кофе хочу уже. Кофе, кофе, кофе. Так. Даже не знаю, о чем с вами поболтать, девочки. В последнее время вы мало пишете мне комментарии, мало задаете вопросов. Обычно, когда вопросы идут, тогда и общение, и знаешь, о чем поговорить. А вот когда мало комментариев, даже не знаешь, что и сказать вам. Новостей никаких. Андрей на работе. Так. Здесь у меня бутербродик. Сейчас я еще это сырку отрежу. Остальной хлеб. Все дается по граммовке. Я уже взвесила. Ну, я знаю, сколько сейчас еще сырку завешу. Сыр королевский Брест-Литовск. Не знаю, сегодня магазин, может быть, схожу. У меня огурцы закончились. Там кусочек остался. И огурцы надо. И это, сметану мне надо. Орехи закончились. Грецкие есть. Что-то я их не хочу, грецкий орех. Ой, девочки. Я же как упала вот своей ногой-то. Вывалилась-то я с подъезда. Я же говорила вам, да? Оказывается, я потянула ногу. У меня нога болит, я даже вытянуть ее не могу, она немеет. Я думаю, ну что же у меня пятка болит? А я забыла, что я тогда упала-то. Представляете, я даже вообще у меня из памяти вылетело, что я упала. Потом думаю, вот она, что у меня болит-то нога. Спрашивали, вот вспомнила вопрос, какие я пью витамины, девочки. Я разные пью витамины. На данный момент сейчас скажу, какие я пью. Вот. Целлюлит. Вот такие. Это БАДы. Вот я пью их вот сейчас. Витамин С. Вот сейчас их пью. И пью. Это у меня омега. Остатки. Омега вот. Вот их еще пью. Вот так. Вот такие витамины. А там я разные пью витамины.
витамины, когда какие? Какие вот взбредет мне в голову. А эти были у нас, знаете, что-то я покупала у себя, и мне в подарок они выпали. Ну, я думаю, надо их попить. Вот так, девчонки. Погода у нас, знаете, вчера такой ветер был. Прям в последнее время ветра, прям холодные ветра. Ну, мороз сегодня, видно, лужи все замерзли, а вчера прям все таяло. Ну, сегодня не знаю, как будет, но, в общем, мне надо еще и по делам, говорю, сходить. Вот. Не знаю, когда я соберусь сегодня. Ну, надо, потому что там у меня идет другую аптеку подработка у себя, и получается, что мне некогда будет сходить по делам даже. Такая вот у нас красота. Девочки, у кого такие руки, как у меня? У меня вот я терплю горячее. Как-то нет такого, что прям все обожглась. А вот видите, перекладываю, и вот как-то у меня чувствительность может быть нарушена. Видите, он только испекся, а я его могу держать вот в руке. Может, у меня просто так. Ненормально это. Ну, вот такой вот будет вкусный завтрак. Так. Так, что я хотела сказать. Ну, вот, это мой завтрак. Сейчас я буду фотографировать и отсылать видео. Ой, фото. Вот такое вот. Так, а с вами встретимся попозже. Я кое-что вам еще покажу и расскажу, девочки. Я уже позавтракала, и сейчас хочу показать, что я заказывала с интернет-магазина. Покажу такую вещь, которую давно мечтала приобрести. Сейчас я вас познакомлю, что это такое. Ну вот, девчонки, что я заказала с интернет-магазина Wildberries. Это универсальный кислородный очиститель Брентфри весом 1 килограмм. У него новая упаковка. Здесь прилагается инструкция. Все подробно написано. И если будете следовать этой инструкции, у вас все получится. Заказала я его после того, как много раз смотрела у девчонок-блогеров. И мне достаточно понравилось их мнение, показали, как очищается, все моется и стирается. Я зашла еще на Wildberries, почитала комментарии, и довольно-таки много хороших комментариев там. Поэтому я решилась его взять. Ну, я, конечно, не сразу все это беру, если что-то читаю, но вот думала-думала и все-таки решилась взять, потому что отзывов много хороших. Для чего это средство идет? Не только стирать можно одежду из белого белья, но и можно черное и цветное. Меня это заинтересовало, потому что после Василисы нашей очень бывает много одежды и цветной, и белой, которая оставляет, ну, на которой она оставляет пятна. Ребенок есть ребенок. А это средство идет и для детской одежды, для посуды, но очень хорошее средство. Показаний у него очень много применения. Он идет еще для ванны, для раковины, сантехника, кафель, ковры, обивка мебели, украшения из золота, из серебра. Посуду можно мыть. Идет как усилитель порошка. Можно мыть обувь, подошва. Проблема вечная. Подошвы белых кроссовок не отмыть. Вот это вот средство идет как раз и для этого. Еще главное, что он гипоаллергенный. Я его уже открыла. Он идет без запаха, что довольно-таки для меня это очень хорошо. Будет более безопасен. И еще не содержит хлора. И поэтому подойдет для большинства различных материалов. Вот он идет вот такой вот крупинками, гранулками. Ну, здесь может быть не так видно. Сейчас мы будем с вами все это проводить, как бы обработку, чистку, и я вам все покажу. Вот. А купить его можно, этот товар, на Wildberries и Озон. Ссылку я, конечно же, оставлю под видео. Так, ну, сейчас мы начнем что-нибудь обрабатывать. Я собрала несколько там вещей,
посуду. Так что давайте, девочки, вместе с вами почистим. Я здесь собрала посуду. Вот сейчас хочу вам показать, какая у меня проблема с ними. Смотрите, вот сюда попадает жирок с той или иной. Сейчас хочу попробовать, отмоется или нет. Потому что обычным средством не отмывается. Я и чистящим, и содой. Но содой, знаете, ну если ты стоишь, натираешь, но нам вечно как бы лень. Машинки у меня посудомоечные нет. И вот такая у меня посуда образовалась. Смотрите, меня уже она раздражает, бесит. Я уже хотела, думаю, может быть, кипятить ее надо или что-то. Но вот, знаете, вот... Я вам уже говорила, посмотрела у девчонок и решила вот заказать этот кислородный очиститель. Вот сейчас налью сразу в тазик сюда воды и замочу. Здесь при каждой обработке разное количество порошка, температура воды там тоже разная. Вот, так что вот так, смотрите. Вот какая идет реакция. Вот. Надеюсь, такое средство, может быть, мне и очистит посуду. Я взяла простую ложку, потому что посуду можно тоже мыть. Так что это безопасное такое средство. Я не боюсь, что ложка, хорошо ее сполосну и все. Так что их тоже можно замочить и помыть. Замачиваем и оставляем на некоторое время сейчас. Пусть полежит. Заодно хочу положить свое серебро. Смотрите, какое оно темное. Вот когда оно лежит, оно вот так чернеет. Вот это оно само по себе темненькое, но я все равно его сейчас положу, попробую. И вот такое вот еще колечко. Вот оно, видите, какое все темное серебро. Так что положим и посмотрим. Пусть идет реакция. Ну, и попозже я включусь. Вы просто посмотрите. Я взяла щетку и только начала вот так водить. Смотрите, девочки. Ну, не чудо ли? Господи, какая же вещь, а? Так, вы посмотрите. Какая чистота. Кошмар. У меня три тарелки, сейчас надо будет отмыть. Ну, вот я такое средство, конечно, люблю, чтобы не... Ни усилий не было. Все, можно вынимать. Представляете? О, вот это да. Как я люблю такие вещи. Так, а серебро наше. Так. Ну, пусть еще полежит. Сейчас еще одну тарелку положим. Так, сразу еще хочу, знаете, положить, думаю, чтобы время не терять, вот такую штучку. Это чистить картошку. Вот, смотрите, она со временем вот такая вот страшная стала. И здесь вот везде, вот видите, она как бы, ну, можно, вот ее моешь, но все равно, видите, там она не отмывается так хорошо. Но хотелось бы, чтобы она была чистенькая. Она, видите, девочки, видите, какая... Так, вам видно? Да, видно. Вот, смотрите, видите, вот она вся вот такая вот. Вот такая я засранка, девочки, да. Смотрите, сколько грязи вот с этой вот, с этого вот ножа универсального сошло. Вообще, девочки, как я люблю чистую посуду, и которая легко моется. Ну, вот это, конечно, очень хорошее средство. Однозначно буду еще заказывать. Мне достаточно было того, что она мне посуду отмыла моментально. Представьте, и бокалы можно мыть. Я так думаю, все, что хочешь. У меня бокал один, сейчас надо замочить. Знаете, кошечка, с кошечкой. И там вот, где кошечка, не вымывается никак. Сейчас я замочу. И вот представьте, я в одном растворе уже сколько всего помыла.
Вот смотрите, и здесь чистая, как новая. Ну, вообще, супер. Так что советую, девчонки, сразу. Сразу вам советую. Для посуды вообще супер. Стирать не стирала, но посуда обалдеть. Вот. Смотрите, как блестит серебро. Так. Стянем. Да. И это меня тоже устраивает. Еще у меня гейзерная кофеварка. Сейчас я еще ее помою. Смотрите, какая она внутри. Страшненькая. Не отмывается уже. И ну, здесь вот слегка, видите, сейчас посмотрим, как она отмоется, нет? Девочки, я пошла в разнос. Сегодня у меня такой, знаете, день уборки. Я что-то в разнос пошла. Сейчас хочу ложки замочить. Потом замочить хочу вот эту вот ложку сушить. Смотрите, она мне никогда не отмывается. Это-то ладно, я не мыла специально. Думаю, средство придет, я буду все это перемывать. Но вот эту можно помыть еще, да? А вот это даже вообще не отмывается ничем. Как бы я ни замачивала, оно вообще не отходит. Вот проверим, отойдет сейчас или нет вот это от этого средства. Так что сейчас еще. Пока я довольна этим замечательным средством, девочки, заказывайте чудо-очиститель. Ну, я вам плохого не посоветую. Это я вам честно говорю, потому что, ну вот, пробую пока. Пока мне все нравится. Сейчас я в конце покажу вам уже все мои результаты. Вон уже сушу посуду, так что посмотрим. Так, опять вот наливаю. Еще мне раковину надо помыть. Так что я сегодня решила все перемыть. Ложки замочу. Потом эту штучку еще мне надо замочить. Сейчас хорошо растворится, растворится. И я уже положу. Ну, пластмасс, я не знаю, может быть и температуру поменьше сделать. Ну, ладно, я рискну. В горячую. Хочу прям горячую, чтобы она отмылась у меня. Чтобы деформации не было, боюсь. Но, знаете, она очень сильно грязная, поэтому оставим так. Ну, сейчас посмотрим. Потому что другими средствами вот эту штуку не могу отмыть. Это-то отмывается, подставочка, а сама корзинка не отмывается. Чтобы время не терять, хочу помыть вот эту ложку. Андрей на работу обычно берет. Вы знаете, что там помыть ему негде посуду. И вот такая вот очень-очень грязная ложка. Сейчас мы ее тоже положим и посмотрим, отмоется или нет. И сейчас всю вот все ложки, вилки тоже хочу замочить. Пока у меня стоит все замочено, сейчас еще водички сюда подолью. Хочу раковину попробовать почистить. Вот смотрите, какая раковина. Девочки, посмотрим. Ну, я не верю, что она отмоется, потому что ну, эта раковина, конечно, хорошая, удобная, да, но вот камень это чистит вечная проблема. Сейчас посмотрим, как этим средством мы справимся или нет. Еще горячей воды долью. И хочу замочить. Вот такая у меня салфетка, она уже старая. Вот здесь и чай я вытирала, вот Василисе. Она разлила, видите? Но она так хорошо вытирает. Вот сейчас я ей все вытираю. И руки такое, что хочу сейчас замочить, прям бросить вот сюда. Может, что-то и видит. Не знаю, может быть, оставлю ее. Хорошая салфеточка, но вот не отмывается. Она у меня не отстирывается. Вот такой у меня бокал с кошечкой. Видите? Вот там не подлезть и не отмыть ничем. От чая, от кофе. Я и так чищу, и так, вот знаете, ну, никак там не отмывается. Вот сейчас хочу отмыть. Так-то он чистенький, бокальчик. Но вот хочу его тоже замочить. Здесь я уже замочила вот эту штучку под посуду, которая сушилка. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Вот так очистилась у меня раковина. Вот. Сушилка для посуды тоже отмыла. Ну что, показываю свой результат, девочки. Так, смотрите. Это вот сушилка. Видите, какая чистая.
Никогда она такой у меня не была. Я не могла ее ничем очистить. Я вам уже говорила. Так, это дно. Смотрите на мой бокальчик. Красота, девчонки. Вот те недоступные места отмывается махом. Только стоило чуть-чуть засыпать и налить водички горячей. Ложки. Где у нас самая грязная была ложка? Вот. Смотрите. Чистейшая. И не надо было усилий. Оно все отошло само. Ну, салфеточка, она мокрая, правда, лежит. Вот, смотрите, результат. Вот чуть-чуть осталось. Но здесь какие были застарелые пятна. Вот. Мне прям нравится результат. Если чуть-чуть только осталось, но они были старые-старые пятна. Довольно-таки отлично. Так, кофеварка. Смотрите. Здесь чистая. Это просто желтая резинка. Она просто уже такая сожженная, как будто резинка. Так, смотрите, внутри какая кофеварочка. Это здесь, смотрите. Чистая, чистая. Вообще она была черная, не отмывалась вообще. Ну и здесь вот все чистенько. Вот, смотрите, тарелки. Вообще, может, вот так лучше будет видно. Нет, так будет отсвечивать, девочки. Да, вот так. Вот. Вы посмотрите, просто чудо. Вот, прелесть. Также эта тарелочка. Это я вам уже показывала, да, какие тарелки, как отмылись. Этот нож, вот так. Видите, как нож отмылся. Что было с ним и что стало. Вот так. Так, колечки мои, серебро. Ну, какое. Ой. Ну, в общем, знаете, так, не знаю, как вот вам видно, нет, но для меня оно как... Конечно, очистилась, стала светлая. Ну что, девочки, сажусь обедать. Сейчас надо быстренько пообедать и, может быть, еще в магазин схожу, но не знаю. Уже накружилась, как-то, знаете, больно-то не хочется. На обед у меня сегодня, я уже сказала, не сказала, не помню. Капуста с картошкой тушеная в духовом шкафу, тушеная, запеченная. С мясом, с курицей, с приправками разными. Залита сметанкой. Ну вот, надо было сверху сыр, но я сыр не стала уже добавлять. Вот сейчас пообедаю, ну не знаю, может быть схожу. Ну уже, знаете, не больно-то хочется идти, время 2 часа, я еще не обедала и не отдыхала. Ну, может быть, сейчас минут 10 полежу и, наверное, соберусь, пойду и воздухом подышу заодно, и прогуляюсь. Вот, усталость такая, знаете, приятная. Я люблю, когда все у меня лазится, все отмыло хорошо, все прям, знаете, как по маслу, как говорится. Не надо, как раньше мы ставили, вспомните, кто помнит, девчонки, мы ставили бачки, здоровые такие бачки, оцинкованные ставили бачки. Ну, может быть, кто так кипятил, нет, посуду. Складывали туда посуду, добавляли что-то, клей, сода, ну что-то еще, в общем, добавляли, и вот это кипятили, но, знаете, на стекле, вот если кипятили такую стеклянную какую-то посуду, оставались разводы, вот, поэтому, знаете, а вот это средство такое хорошее, поэтому я, ну, как бы могу вам порекомендовать, ерунду я не говорю, когда я что-то беру, мне что-то не нравится, знаете, или я замолкаю, все, значит, сказала вам, ну и больше не говорю, что и как. А здесь сейчас сама помыла, сама осталась довольна, и это очень хорошо, знаете, тому, кто не хочет, ну, как бы уже силы нет в руках, там, ну, как надо силу применять, это тереть что-то, а это не надо, это даже тарелка, вот представляете, с обратной стороны, вот в ячейках бывает, раньше, как помните, хрусталь у нас был, хрустальная ваза, и туда вот постепенно, вот ты хоть моешь, но это надо натирать, может быть, кто-то, конечно, супер-супер чистюли, они натирали, а порой бывали, что сзади, вот, как бы в ячейках попадал, ну, жирок, и вот он оставался там. И вот это мне всегда не нравилось. И пытались кипятить, вот если я кипятила, например, вот с этой, помню, с клеем с этим кипятили, но на стекле оставались разводы, и мне это не нравилось. Здесь же, например, ты положил, не надо никаких усилий, ты только положил, достаешь, он уже все, чистая тарелка. Ну вот, это для тех, кто вот не хочет применять свои, ну, силы, давить, там, тереть, вот особенно вот так. Я прям с удовольствием, я прям в восторге, и буду заказывать, конечно, еще, советую вам, девчонки, вот так. А все ссылки я оставлю под видео на этот продукт.
Ну, в общем, вот так, девчонки. Все, сейчас обедаю. Так, почему-то вы мне пишете мало комментариев. Что случилось? Пишите. Почему? В чем обиделись на меня? Что вам не нравится? Пишите, какие вам видео нравятся. Все мнения ваши буду считаться и смотреть. Ну, в общем, вот так. Рассматривать буду ваши все предложения. Ну, ладно, девчонки, сейчас уже опять наговорила. Видео получилось вот такое вот. Вроде как бы хотелось с вами поделиться, заодно убраться самой. Ну, кто-то кому-то не нравится, когда я комментирую свое видео за кадром голос. Я решила вам сегодня уборку свою, вот это вот мытье все показать и просто говорить, ну, как бы не за кадром. Ну, в общем, вот так, девчонки. Ладно, все. Так что всем еще большое спасибо за просмотры, за лайки. Все, всем пока, до новых встреч, увидимся в следующем видео.